Этот участок по решению правительства России включили в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дело в том, что после открытия Крымского моста увеличилась и нагрузка на дорогу от Краснодара до Темрюка. После обновления трассы добраться из краевой столицы до моста можно будет в 1,5 раза быстрее. На дорогу уйдет чуть меньше 2 часов. По сути, строительство дороги начнется заново, что потребует значительных финансовых вложений. Очевидно, что за свои средства провести необходимую реконструкцию трассы, соответствующую транспортно-эксплуатационным характеристикам, а это 136 километров, не представляется возможным для края. Та сумма, которую озвучивают эксперты, порядка 90 миллиардов рублей, неподъемная для бюджета региона. И здесь мы рады поддержке правительства. Вениамин Кондратьев считает, что с обновленной трассой появятся и дополнительные точки роста для экономики региона. По пути на Крымский мост будут развивать придорожный сервис для удобства туристов.